Привет всем, с вами профессор Гуглов. Создана электронная кожа с плэт-дисплеем. Ученые из Токийского университета изобрели тонкую прозрачную пленку с плэт-диодами. С ее помощью любую часть тела можно превратить в дисплей, на котором будут отражаться показатели сердечного ритма, уровни кислорода в крови и любые другие данные. В исследовании, опубликованном в Science Advances, ученые представили дисплей с полимерными светодиодами толщиной 3 микрометра. Дисплей выглядит как наклейка, которая практически сливается с кожей и отличается большой прочностью и гибкостью. В нее вмонтированы оптические фотодетекторы и полимерные светодиоды. Носимый дисплей может работать несколько дней. Для этого ученые создали специальную пленку из оксинитрита кремния и органического материала парилена. Она защищает электронику от воздуха и влаги. Пока что устройство не может работать автономно, для этого к нему нужно подключить электроды. В дальнейшем ученые хотят создать гибкие батареи и научиться получать энергию от теплового излучения, исходящего от человека. Пленочные дисплеи можно будет наносить на отдельные органы или части тела и мониторить уровень кислорода в крови во время операций. Также электронная кожа может заменить фитнес-трекеры и медицинские устройства для измерения различных показателей, от сердечного ритма до количества шагов. Ну что ж, с вами был профессор Гуглов, увидимся!